В этом году конференция юбилейная. По сути, это съезд светил российской медицины. География участников, как всегда, обширна. Санкт-Петербург, Москва, Горячий ключ и другие регионы. Всего в конференции приняли участие более 150 человек. Можно сказать, что именно здесь и сейчас продолжает даваться будущее отечественной курортной экологии, являющейся достижением и достоянием и наших земляков, и наших гостей из других регионов. Говорили и о проблемах. В своем докладе президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов привел неутешительные факты. Демографический рост в России начинает снижаться, вызывает тревогу и здоровье молодого поколения. По результатам последнего военного призыва 56% призывников негодны к воинской службе. Не добавляет оптимизма и общая картина по стране. Из 100% населения абсолютно здоровыми считаются только 20%. По мнению профессора, стратегию медицинского обслуживания необходимо менять. И огромную роль в этом должны сыграть предприятия санаторно-курортного комплекса, которым стоит работать не только на лечение, но и на предупреждение. Мы стараемся все делать, когда человек заболел. Мы его лечим в поликлинике, в клинике, направляем в санаторий. На эту проблему надо посмотреть с другой стороны. И этим в Советском Союзе занимались до 1985 года. Занимались. Потому что была стройная система санаторно-курортного оздоровления детей с родителями. Детей. Да? Работающего населения прежде всего. Тем более, что для этого есть все условия. Краснодарский край располагает сильнейшей лечебно-оздоровительной базой. И Анапа здесь в списке передовиков. Тот же Дилуч – один из крупнейших санаториев на юге России. Здесь работает около 100 квалифицированных врачей, в том числе и самой высокой ученой степени. Санаторий многопрофильный, и современная лечебная база постоянно обновляется. Наш санаторно-курортный комплекс «Дилуч» является флагманом курорта. Кстати говоря, он отмечает свое 30-летие. Вот. И те задачи, которые были стояли перед ним и 30 лет назад, самая современная диагностика и лечение, она усовершенствована и отвечает как никогда сегодняшнему дню, когда поколение, которое сейчас работает, трудится, практически имеет 2-3 хронических заболевания, и реабилитации возможности нашего курорта, использование природных лечебных факторов нужно как никогда. Санаторно-курортный комплекс вообще является брендом Анапы и самым главным достижением. Поэтому его нужно поддерживать, развивать, актуализировать и приспосабливать к сегодняшнему дню. Развитию отрасли способствуют в том числе и такие конференции. Это уникальная возможность для ученых и врачей-курортологов обменяться опытом, наблюдениями и планами. А сочетание практики с наукой внушает веру в будущее медицинской курортологии и лечебного туризма в Анапе и Краснодарском крае. Руслан Душевский, Анапа регион.